Алан Радович, было сегодня очень много заявлений от представителей команды сборной ФНЛ. Как вы можете это прокомментировать? А что там у нас сегодня? Ну, про то, что нужно обыграть, переехать и прочее, прочее, прочее. Я не слежу за ними. Мне интересно. Короче, отвечу, можно одним словом? Что-то вот эти вот все ноунеймы разговорились. Просто я отвечу по-медийному. Процитирую классика, так сказать. Мы сядем вам на лицо. Урурушечки.